Традиционно священный месяц Рамазан заканчивается праздником разговения Ораза Айд, или на арабском Ид Аль-Фитр. Это один из главных мусульманских праздников, которые отмечают в честь завершения поста. В 2024 году Ораза Айд выпадает на 10 апреля, первый день месяца Шаваль. Traditionally, the holy month of Ramadan ends with the holiday of breaking the fast of Ораза Айд, or in Arabic, Eid al-Fitr. This is one of the main Muslim holidays, which is celebrated in honor of the end of fasting. In 2024, Ораза Айд falls on April 10th, the first day of the month of Shawwal. Thank you.
شهر القرآن